Друзья, всем привет, меня зовут СПТВ, на канале Не спит. Сегодня у нас 23 августа, 3 часа ночи, наш ежедневный обзор магазина, рубрика «Чё почём». Давайте смотреть, что сегодня выйдет, останется ли пучина и останутся ли вот эти ребята справа. Давайте. Итак, сегодня у нас вспышка, ребят. Вспышка, офигенный скинчик с бэкпэком огненным. Сразу говорю, что скин, считаю, этот не так, чтобы супер за полторашку должен идти. Тут я бы его, может, заигнорил, если бы не вот этот офигительный, просто топовый бэкпэк. Мне очень нравится этот бэкпэк, и в огненные скины теперь он у меня топ-1. Я всегда под огненные скины беру его. Скинчик обычный тоже неплох, вполне себе, но не за полторы. И старая, это рейдерша, да, его, по-моему, звали, не помню, как это мы ее звали, не особо мне нравилось. И вот это тоже мне не так, чтобы супер нравится. Да, прикольные эффекты огня, но это 1200 предел. Но вот этот бэкпэк, конечно, вытянул этот скин лично для меня. И мне очень нравится чисто из-за бэкпэка. На самом скине не бегаю вообще, бэкпэк юзаю часто. Что дальше? Дальше у нас, ребят, спортивный скин, но не тот, который вы ждали. Да, там финал Лиги Чемпионов, и мне весь стрим, который длится 9 часов 40 минут, продолбали мозги, что сегодня 100% футболистки. Но, ребят, нет, сегодня летняя гольфистка. Такой тоже спортивный скин, тоже, ребят, женский, но не футбольный, да. 800 стоит, как по мне, что летняя, что обычная, плюс-минус одна фигня. Что нравится, больше даже не знаю, по мне так, ну, реально, плюс-минус одно и то же. Единственное, что у гольфистки, у летней, мне нравится вот эта кирка, я ее себе прикупил, хорошая. Кирочка классная, о, новости. Вспышка, чемпионат. Напоминаю, да, ребят, не забывайте, чемпионат завтра с 4 до 8 вечера. Можете рубануть, вот этот скинчик получить. На халявку, понятно, тизер. Читать, это все понятно. Ладно, смотрим дальше. Это зыркнули. Дальше у нас скинчик тоже за 800. Гроза. Как по мне, гроза мне, наверное, даже больше нравится, чем летняя гольфистка. Не знаю, по тематике как-то она мне более интересная. За 800, 9 сезон такой. Средней паршивости не лучше скин за 800, но получше, чем гольфистка. Дальше это скин, это кирка за 1200 гром. Хорошая, с убойным следом, офигенной анимации. Ну, вообще, офигенная кирка, очень нравится. Глаз бури, офигенный. Дель тоже очень нравится за штуку 200. И, бушующая буря. Не очень нравится мне эта обертка. Ее я игнорю. Скинчик этот мне нравится, но я уже говорил, что у нас есть это шторм, а у нас есть циклон. Не помню. Короче, очень похоже на этот скин. В том сезоне нам закинули, который повеселее этого. И нравится мне больше. Поэтому этот я бы пропускал уже и ждал тот. Он у нас выходит периодически. Так, дальше. Дальше у нас аквалангистка за 1200. Дарили мне этот скин чисто потроллить меня, потому что знают, что мне этот скин не нравится из-за его цены, которая не соответствует внешке прям вообще. Абсолютно. Как по мнению, не соответствует. Но опять-таки, да, старые сезоны, вся фигня, я понимаю. Но, блин, 1200 сейчас это просто забей. А что стоит покупать, как по мне, так это стрелок Брута. Из трех скинов, которые за 800 сегодня, лучше. И вообще, это один из моих любимых скинов за 800, обожаю его. Просто топич, офигительный скин. Каждый раз об этом говорю, каждый раз его показываю. И рекомендую всем, кто меня спрашивает, скин за 800. Очень люблю его. Обертка фрактал. Неплохая, яркая. Хороша. И эмоции. Это танец твист. Неплохой прям. Это танец краба. Не очень мне нравится эта эмоция. Музыка прикольная, но не прикалывает на человеческих скинах. Хотя на этом вот как-то забавно смотрится. Может, просто они не то разные. И посидим, эмоция офигенная. Вот это убойная эмоция. Вспышка сегодня. Не так, она у нас, по-моему, один раз все выходила. Я знаю, что люди часто спрашивали, выйдет ли она еще раз. Поэтому покажу я ее вам. Ее вам. Зыркаем бэкпэк. Мне больше всего в этом скине, конечно, нравится бэкпэк. Скинчик тоже неплох, но по мне не совсем стоит. Не совсем стоит полторашечку.
Давайте обертка. Зыркайте. Кому-то тоже нравится. Я буквально на каком-то турике у меня зритель спрашивал, что за обертка на вот этом. Кирка. Потарабаним. Полетели теперь. Дельтик, который также мне нравится. Убойнина. Напоминает мне что-то из Звездных войн. Да и вообще выглядит круто. На нем летаю частенько. И три эмоции. Это одна из них у меня даже в избранном должна быть. Посидим. Где она тут? Вот она. И две эмоции. Танец краба и твист. Танец краба. И твист. Что у нас справа на данный момент? На данный момент все у нас осталось. Робинзон остался, Яр остался, Пучино. Все эти скины остались, ребят. В прошлых чё почём я показывал. В прошлом показал ее. В позапрошлом Робинзона. Офигенные скины. С правой части вообще топич. Просто топич. И стрелок Брута офигенный. Ну и здесь бэкпэк топовый. Да. Тег автор, ребят, если что-то присмотрели, что-то есть, что в магазине купите. Так что если что-то планируете брать, тег автор СПТ-083, обязательно не забывайте указывать. Новости я вам уже показал. Еще разок повторюсь, что турик с 4 до 10 на скин яблоко. Ну и там на прочие подарки. Но большинство из вас интересует именно этот скин. Вспышка понятна, комикс понятно. Кто не знает, что за комикс, вот здесь вот положили в боевом пропуске. На бочке комикс. Жмакните, поклацайте, почитайте. Это пошли тизеры следующего сезона. По турикам, вот она, собственно, это турик на яблоко, ребят. А стрим начнется вот к этому турику. Это у нас полуфинал DreamHack, который начнется с 18:00. Я к этому моменту подрублю стрим. Если успею, то подрублю и поиграю вот этот турик. Если не получится, то подрублю уже к полуфиналу. И далее будем смотреть финал. Всех вас жду на трансляцию. Ссылку на Twitch вы найдете в описании под видео. Так что до встречи, друзья. Подписались на канал, поставил лайкос.